Всем привет! В это солнечное утро мы на карьере в Можгородке, потому что здесь проходит соревнование по спортивному ориентированию. Из разных городов Челябинской области приехало более 300 спортсменов. Вот так все соскучились по спортивным мероприятиям. Давайте смотреть! Детям дали старт, они убежали в лес. Что они делают дальше? У детей дистанция. Дистанция протяженностью, у самых маленьких протяженность 1,5 километра, у детей, которые постарше, будет 1700 километров, и завтра уже взрослые будут бежать 3 километра дистанции. Дистанция идет по пересеченной местности, это лес, где-то кустики, где-то там камешки, спуски, подъемы, то есть они должны все это пробежать, и на своем пути они встречают различные препятствия. Они должны преодолеть там яму через бревно, они должны по параллельным перилам переправиться на другой берег, условно, там, допустим, реки или каньона. Они должны спуститься по склону по веревке и подняться по склону тоже по веревке. Всего у них получается 6 таких вот точек с испытаниями. Как дети защищены от клещей? Потому что сезон начался, вот что делать? Обязательно все дети привитые, вот, это условия участия в этих соревнованиях. Ну и плюс, конечно же, репелленты и хитрости туристские, то есть носочки повыше одевают, там кто-то заматывает скотчем себе между штанами и носками, высокие ботинки одевают. Кто-то клеща зубы заговаривает, да? Да, кто-то зубы заговаривает. Ну, самое действенное, это, конечно же, прививки и репелленты.